some walking then. Yo, yo, yo! Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. Письмо Моррисона. Так, в общем, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом не только». Это у нас продолжение прохождения игры Devil May Cry 5 часть. Серия под номером... Какая там уже? Третья и вторая миссия. Письмо Моррисона. С тех пор, как я последний раз писал письма, прошло уже добрых 30 лет. У меня нет печатной машинки, поэтому придется тебе разбирать мой хреновый почерк. Печатной машинки? Отсылки к Resident Evil, интересно. Говорят, ты возвращаешься в Redgrave. Поначалу я не мог придумать, чем тебе помочь. Я не такой силач, как ты, да и особым умом тоже не отличаюсь. Однако, учитывая мою род деятельности, я могу дать тебе несколько наводок. Не знаю, насколько они тебе пригодятся, но лучше с ними, чем без них, так? Ладно, когда я впервые встретил Данте, он использовал другое имя, Тони Редгрейв. Интересно, правда? Тони Редгрейв. Редгрейв Сити. Совпадение или же нет? Честно, понятия не имею. Однако, раз уж ты туда направляешься, сам скоро правду и узнаешь. Поэтому-то и решил рассказать тебе все, что я знаю о Данте. Я не часто делюсь такими сведениями, парень. С тебя прочитается. Так, ладненько. Письмо Моррисона. Так, проходите миссию, чтобы открыть новую информацию, такую как письмо Моррисона. Посмотрите, такие документы можно в галерее, в главном меню, в разделе «Библиотека». Боже, тогда чтобы... I'm waiting on you. I'm cooking. Any special orders? Если что, конечно, бонус на все это видео покажу, какие-то документы. Так, ну классический костюм, естественно. Все костюмы посмотрим, бонус на видео. Дополнительно там. Следующая ступень для Недьявола прелюдия. Волны сотрясающие небеса Гербера. Разрушительный захват вышибала. Ух ты. Да, ваши руки, блин. Демоническое озарение Гербера GP01. Убирай. Ух ты, как красивая. Как убирать так? Давайте убирать. Блин, не, погодите, ну... Вкуснятина бич пасты. Ну... Блин, это скоро... Рука помощи, плен чувств. Я хотя ДНК 4 не проходил, так что пока не знаю, что там Кири это понравится. Так, кстати, надо будет после этой игры точно пройти. Четвертую. Старый друг Мега Бластер. А, этот намек на пасхалка на этот. Отсылка, точнее, к Мегамену, игра от Capcom тоже. Мегамен. Те, кто, в общем-то, на Сеге, на Дэнди в свое время в эту игру играли. Легко там, на какой платформе, точно не помню. Помню, на Дэнди она появилась. В общем, думаю, знают, что за Мегамен. Хотя, по-моему, на ПК какие-то, в общем, наверное, другие платформы какие-нибудь игры делались тоже. Персонализация. Чтобы получить преимущество в бою, покупайте здесь навыки и предметы. За красной сферой меняйте используемое снаряжение. Так, конечно, я Мегамен игру, по-моему, проходил. Играл немножко. Только не до конца, точно не полностью не проходил. Так, навыки. Здесь можно купить навыки и способности. Отменить покупку невозможно. Нажмите «Испытать», чтобы опробовать прием перед покупкой. Так, бичи дьявола. Здесь можно пополнить запас бичи дьявола. Их особые способности пригодятся в бою, поэтому закупайтесь прок. Снаряжение. Здесь можно изменить оружие и снаряжение. Используйте «Изменить» для поиска идеальной комбинации. Предметы. Здесь можно приобрести сферы, способные не только увеличивать запас здоровья, но и даже оживить в бою. Понятно. А вот я с красным соком. Ох, у нас красных, блин, полно, честно. Ну, купить могу сколько? Всяких-то навыков и... Так, бичи дьявола, понятно. Купить новую руку. Сейчас посмотрим. Прикупить можно синий сфер, за красный тоже. Так, а что на синий-то забыл уже? Кристалл, собранный из четырех синих осколков. Кристаллы, собранные из четырех синих осколков, кристаллизованные жизненной энергией, увеличивают максимум здоровья. Хотя полезно, сейчас навыки посмотрим вначале. Способности. Так, скорость.
перескока. Так, а мы... Так, посмотрим давай. Удерживайте тоже положение, чтобы перейти на полноценный бег. Понятненько. Перескок. Так, легким движением уклонитесь от вражеской атаки, чтобы с легкостью провести контратаку. А, так вот. Что-то нажимать надо. Shift плюс горизонталь. Это у нас, по-моему, назад, что ли? Плюс Space. Захват троса. Shift плюс средняя клавиша мыши. Ух ты, приближает. Блин, я хотел вообще-то... Да нет, погоди, я не то хотел. А другой-то. Там всякие еще навыки есть-то. Одно прыжок. Ясно. Ну, все потому что пригодится для сбора всяких там, ну, вещей. Помните, DMC, Devil May Cry, перезапуски от Ninja Theory, Ninja Theory, судя. В общем, там тоже надо было. Некоторые навыки помогали собирать всякие там эти вот дополнительные предметы, которые, помните, собирал тоже. 100% прохождения делал. Прыжок от врага. Ага. Требуется больше. Сфер. Погодим, что-то все. Акс провокация. Ладненько. Тогда все думают, прокачаем. Так. Да, мне полно все равно этих, сколько еще мне тратить-то. Перескок. Перескок 2. Ух ты, нифига. Ух ты. Наверное, прикольно так. Shift плюс это LS. Space. Наверное, точнее, вправо надо нажать будет лучше. Shift плюс право, плюс Space. А, то есть один раз нажимаешь, потом еще раз нажимаешь, так же, что ли? Давай. Все купим. Ух ты, еще раз. Три раза там делаешь. Да, прикольные приемчики. Ясненько. Запомним. Захват тросом. Так, понятно. Перескоки понятно. Так, просто скорость к этому. А, видите, удерживайте в любом направлении, понятно. Перескок тут понятно. Мгновение донесения удара. А, все ясно. Захват тросом. Пусть третий уровень будет. Двойной прыжок. Прям прыжка еще раз пейс, так. У меня полно этих чего-нибудь прокачет. Так, прыжок от врага. Ага, тоже спейс. Довольно, конечно, хотя довольно просто все. Здесь уже не получится, да? А давай хотя. Требуется больше сфер. Увеличивает радиус сбора сфер. А, вот это, конечно, полезно тоже. Ну все, по-моему, больше, да? Так, синяя роза. Так, назад надо. Так, синяя роза. Алая королева. Так. Еще больше усиливает. Еще больше усиливает новую краску. Удерживайте. Так, правую клавишу мыши, чтобы заполнить шкалу пуль. И осуществить 3 выстрела, когда она заполнится. А давай. Новые краски 3 появились. Сразу же. А давай по максимуму. Так, Алла Королева, меч. Рывок. Так, мощная атака в руке, поражающая всех ближайших врагов. Ух ты. А как нажимать? Так, Shift плюс, вперед, наверное. Плюс левая клавиша мыши. А да, прокачаем. Рывок 2. Улучшенная версия. А, ясненько, прокачаем. Третья нету версии. Разрез. Ух ты. Так, в воздухе нажимаем. Так, понятно, это просто на земле. Это в воздухе. Нажимай те же клавиши. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, здесь на земле нажмите левую клавишу мыши, тем левую клавишу несколько раз так. А, давай. Что там еще? Так, это с цепом будет. Ух ты, сука. Раз, два, потом раз, два, три, четыре. Пусть прокачаем. Д. Три раза. Так. Давай еще. Тоже прикольная приемка. Рулетка. Находись в воздухе. О, да прикольно. Так, это тоже надо. Я сейчас на рынок пока не прокачаюсь. А,
Ладно, хотя думаю. Так, сколько мне-то времени будет идти, все это, прокачка-то. Меня даже на это таймер не поставил. Хотя месяц все равно идет. А, так. Есть только приемов на 5 особо. Да, хотя не так много, не так уж много приемов-то осталось. Посмотрим, так. Перетасовка. А давай-ка тоже прокачаем. Так, азарт. Находясь в воздухе, так, ага. Плохой вариант. Все можем пробовать. Калибр. Назад вперед. Так, ладненько. Так, еще за акселератор, интересно. Дьявол. Точнее, рука сначала брать. Так, больше там нет ничего. А, все. Дробильщик. Так, что за дробильщик плюс. А, увеличивает запас боеприпасов, заряд брать на миссию до 4 бичей дьявола. Давай, полезно. Можно расчесть, да, еще сейчас больше увеличить. Давай, пока. Есть возможность расширить до максимума. Нет, 57 приема, прикольно. Интересно, так. Блин, да, еще. Сейчас последний откроется, да? До максимума можно прокачать. Мне чересчур этих вот сверплен. Так, а это, ну, акселератор, что-то акселератор-то у нас. А, понятно. Ладно, пока это не буду качать. Потом. А, бич дьявола. Так, Гербера. Ушибала. Давай вот это, что ли. Одну. Корбельненькую, да. Думаю. Прикольный цвет. Ага. Все, хватит. Мегабластер. О, а это неплохо. Честь, это отсылка к Мегамену. А давай правее тоже. Одну пока. Не хватит, думаю. Мегаменкать. Побегаем с рукой Мегамена. Ага. И белую-то. Все. Так, снаряжение. Изменить, что там можно изменить? А, пойду, пусть как раз поставить. А, так. Так, ну, хотя здесь вот это поставим. Сюда вот это. Сюда Мегамен. Еще Мегамен. Так, сюда поставим вот этот зеленый и вот это. Ну, порядка есть КБ. Так, ну вот это еще. Вот так вот пусть будет нас. Так, подтвердить. Все, да, поменяли. Так, предметы. Так, ну, золотая сфера у нас, по-моему, воскрешать мертвых. Это можно этим сам дать, погибнешь. Ну, блин, мне так сейчас их сфер, блин, у меня так две их сферы. Чё, мне, конечно, эти вот, куда девать, блин, все количество, я не понимаю. Кончилось, ну все. Ну, и откупим-то. Здоровье пополнится, да. Особенно 4, давай все прокачаем. Здоровье, конечно, полезно. Спасибо по максимуму. И еще 2. Начнем все-таки месяц проходить, что-то я так буду, блин, здесь. В этой менюшке застопорюсь. История DMC, что ролик потом посмотрим. Так. Все здесь можно. Назад так подтвердить. Все, окончилось. Закончим персонализацию, давай все. А, так, ясненько. Все. Сейчас миссия будет Great Grave City, то есть называться. Нет, Клипот миссия, вторая, в общем. Тот история DMC, что там можно будет ролик посмотреть, бонусное видео все это покажу. Так сделаю. Ладно. А, еще будет. Так, навыки все эти вот. Запоминать клавиши. Ладно, потом сейчас беремся, попробуем все эти приемы. Ах, прикольно. Тогда-то DMC, конечно, на экране в свое время понравилось очень сильно.
Здесь, думаю, тоже понравится. Чем мы с этого места начинаем? Так. Это место. Ни королика не будет. Тихо, что-то мешка. Ладно, пошли. Бежит, трай, быстрее. Ох ты. Нифига, что такое, друг? Люди все здесь остыли. О, видно какой-то, он силуэт какой-то. Так, один нас посмотреть можно. Эти, просто сто... Куда делась? Искать, конечно, все это, всякие там красные сферы, наверное, не буду. Все, что попадется по пути. Так-то постараюсь все собрать в полностью видео в отдельном. Что с людьми? Какой-то как будто Помпеи как будто. Или не знаю, как вот был Фир 2. Когда там тоже находили такие вот статуи людей, как бы. Пепельные, как будто с пепла стоят. Нифига себе. Так, ранг стиля S. Среди прочего, длительность Savage. Среди прочего, длительность и разнообразие ваших комбо определяют количество очков стиля, а также ранг стиля, отображаемый на экране. Ранги стиля влияют на ваш итоговый счет по завершении миссии, так что двигайтесь эффектно. Ясненько. Фух, чё все? Замочили всех? Быстро. Да, все, тишина. Побежали быстро. Так, ну... Ох ты, блин. Какого фига, что это было? Там что, все обвалилось? Щупальца. Да ёпси, мопси. Давай, щупальца. Готово. Так, ну эти мы по максимуму вообще не использовал эти руки-то. О, привет. Готово. Так, бежим дальше. Да уж. Эффектно выглядит локация. Красиво на этом движке все-таки. Ох ты.
Рубака авангарда, адский Каин. Ни хрена себе, но враги появились. Вот что-то новенько. Получайте. Давай, полетай. Давай, следующее. Ха, есть. Да, даже, в общем, слов нет. Довольно интересный такой экшен получается. Пытаешь пока все эти комбинации как тут выполнить. Враги прикольные, да, вон, хотя бы не те, вот только пукашки-то появлялись. Но какие-то еще, блин, скелеты с косами, блин, интересно выглядит. Может, еще каким-то будет, надеюсь, будет больше разнообразия врагов и боссов в том числе. Помните, тот же Devil May Cry, DMC перезапуска Ninja Theory. Там все-таки был прикольный, в общем, разнообразное количество врагов. Боссы более интересные. Да и сам себе, конечно, геймплей насыщенный событиями и всякими навыками прикольными. Так, на псаребича скучно вообще, прикольно. Так, ладненько. Ладно, идем. Какая-то красная сверта, да, вот эти вот. Чё, лезут. Кто там, снизу что ли те? Появились. Какой интересный здесь замок мы оказались. А, он. Вижу, внизу, да, и сверху сейчас появится. Здрасте. Иди сюда. Пошла куда? Готово. Блин, куда собралась-то? Эй, ты куда? Все, закончились враги. Что-то куда? Что-то маловато, раз побольше бы, то что-то не разойдешься так. Ладно, собираемся, красносфера. Так, все, пошли дальше. Куда нам дальше идти? А, так, сюда. Ну, думаю, на хардкорных уровнях сложности можно будет. На более хардкорных уровнях сложности, я думаю, разойдусь. Научусь всем навыкам. Так, пошли к Ви. Гляди, сзади там ничего не было. О, вижу. Надо будет. Вот так вот. Отличненько. Собрали. Займем все крово в ролях. Ух ты, что такое? И изучить, что там? Это что за гадость? Детеныш Нидхигга. Личинка, пожирающая демоническое дерево. Детеныш паразита Нидхигга. Пытается ослабшими частями клипота. Не знаю, как там. Разрушая его внутреннюю структуру. Спасибочки.
Так, а этот сейчас мы так как бы, а мы здесь пройти не можем. Так, изучить. Какая гадость. Давай, оставляй его. Пожирает им все. Нам путь нужен, нам нужно путь расчистить. Чуть сразу Resident Evil 7 вспоминается, похоже, такие вот были эффекты. Гади, там ничего внизу не было, не показалось. Ладненько, пошли дальше. Идем, идем на встречу. Ну да, быстрее можем теперь двигаться. А, хрен знает. Следующая цель. Нажмите удерживайте Ctrl. Если потеряетесь, нажмите удерживайте Ctrl, чтобы провернуть камеру в направлении следующей цели. Недоступно в бою. Давай. Так, и Ctrl нажимаю. Ну, я у кого нажимаю Ctrl, чё? А. Ну, наверх пойти, что нет? А, ну, ладно. Будем все изучать сами. Нечего на всякие на путеводители. Ну что, кто следующий? Все? Больше никого нету. Как красивая комнатка. Так. Кто он здесь еще есть? А, нам сюда, видимо, надо. И блин, мы пришли обратно. Нет, кажется, мы. Или наверх нам надо. Ну как бы наверх, может быть, сходить. Может там тупик просто. Бывает, делают разработчики, ну да. А, и мартышкин труд. Значит, все-таки правильно идем. Да вдруг что там лежит, какие-нибудь красные сферы или еще. Так. Что, опять? А у нас, по-моему, нету этого. Нужно его найти, чтобы пройти дальше. Так. Сюда можно пойти. А вот мы найдем этого детеныша. Ясненько, берем. Какая же ты мерзкая. Чё? Ага. Здрасте. Есть, готово. Все, завалили всех врагов, пошли дальше. Время боя даже это комментировать не хочется, потому что, блин, пытаешься эти комбинации навыков реализовать. Так, погоди-ка, мы, да. Там, по-моему, все собрали. Ладно, пойдем дальше. Давай, давай, занимайся этим делом. Мерзкая какая-то гадость. Вот так. А, отлично. Еще вижу. О! Это что еще за. Хрен тебе, говорит, пройдешь ты здесь. Не пройдешь. Не дам. Так и. Зато хотя бы здесь пройти можно. Это что еще за рисунки какие-то?
Так, секретная миссия. А, во время прохождения миссии вы иногда будете находить особые рисунки, начерченные на разных элементах окружения, таких как стены, потолок или пол. Встаньте на светящуюся точку неподалеку и подберите такой угол обзора, чтобы правильно соединить рисунок. Ага. Это позволит попасть на секретную миссию этой области. А, вот как они, секретная миссия, открывается. Ну, значит, потом заметьте бонусное видео, все это откроем. Еще раз будет повод пройти игру. Хотя я так думаю, пройду на всех уровнях сложности, начиная с адского охотника по максимальной. Секретная миссия — это испытание, за выполнение которых полагается награда. Открытые секретные миссии можно найти в главном меню. Проходить их можно неограниченное число раз. Ох ты, даже минимум главное можно. Так, хотя можно открыть кабы, но потом, если что, открою, пройду игру еще раз. И открою их все. А, вот и. Еще подумать, как будет соединить, нужно будет соединять все это. Получилось соединить-то, как здесь вообще понять? Блин. Как она соединять-то так? Да. Сейчас, конечно, не буду заниматься, бонусным видео сейчас покажу. Понятно, теперь понятно, как эти сюжетные секретные мистики как открывать. Пока буду, что я сейчас мучиться с этим наложением обзора. Что-то похоже, где-то я так похоже уже видел что-то. Какой игре, только не помню. Такие, в общем, головоломки такие были похожие. Где нужно было как-то рисунок соединить. Часть рисунка была нарисована на одной стене, другая часть на другой. И нужно было как-то вот обзором мышкой покрутить так, чтобы соединить, в общем-то, этот рисунок. А, в Resident Evil 7, по-моему, похоже, были головоломки. В общем, потом сделаем все это. Обязательно. Бонус на все видео. Секретная миссия, я открою точно. Ладно, пошли дальше. На прокачку и так много времени потратил. Че, кто-то... Ага. Ясненько. Ну чё, здрасте. Сейчас, кто хочет еще? Получай. Ох, попались по мне. Блин, попал еще раз. Что-то я уже получилось S-ранг, обрадовался и... Все, Кать. Получил два раза, в общем, начал один удар, потом через какое-то время другой. Обрадовался, Кать, что я до S-ранг дошел. Баю, Кать. Ну ладно, в следующий раз не буду уже так. Ух ты, нифига себе, красиво, конечно, выглядит все на этом движке. Хотя, конечно, в предыдущей части Devil May Cry 4 был тоже красивый. Как же достал мне это дерево, ну да. Хотя Devil May Cry 4 немножко видел его и, блин, все равно капкам умеет рисовать, конечно, красиво. Локации. Да и монстры в том числе. Так, о, вот это надо взять. Отличненько. Так, вот побираем красные сверки. Надо получше играть. Ну, хотя я тогда уже все Devil May Cry, конечно, не играл. Так что, с таким перезапуском. Блин. Щупальца разрослись повсюду.
Здрасте. Получай. Кто еще хочет получить? Все, закончились враги-то. Так, красный сверх не забываем собирать. Так, ладно, побежали в эту сторону. Ускоримся. Ага, снова нужно искать детеныша. Да, весело. Так, хотя еще этими руками, блин, прелюдиями не пользуюсь. О, здрасте. Получайте. Отличненько. Идем дальше. Так, блин, ускорец как. А, вот тут он. Детеныш этот. Как там его зовут-то? Нидхегга, понятно. Ускоримся. Ох ты! Че, и провалился, что ли? А, так и надо было. С тесаками. А вы кто такие? Как вас зовут? Жестокий берсерк адский Антенор. Приятно познакомиться. Его зовут Нера. Блин, получил все-таки. Что-то... Да, что-то у вас как-то... Ух ты, блин! Просто с вами сложнее уже. Ох ты, блин. Так, ясненько. Беда. Блин, я хотел тебя подкинуть в воздух. Че, все? Разрубил мечом? Я только хотел воздух подкинуть, он меня то он ударил, то уже погиб. Кота быстро. Ладно. Ну, блин, играть все равно интересно. Хотя, конечно, получаю по мордасам. Начал все-таки. В сравнении с предыдущими миссиями. Так, давай-ка. Время-то, блин, ну, если тупом уже какая-то длиннющая довольно. Я просто медленно прохожу, надо быстрее. Понятненько, пошли дальше. Хотя, конечно, проходишь так, что забываешь о времени, довольно, блин, игра интересна. Ну да, новая рука прикольная. Хотя старым, конечно, думаю, ничем не лучше было. Ну, да и в Макрай 4 увидим его старую руку. Да в этом, думаю, что еще вернет. Может, он еще себе вернет эту руку. Блин, люди просто превратились, не пойми во что. Ускоримся. Что такое было? Так, телефонные будки обучения. Некоторые телефоны до сих пор работают. Убедитесь в этом сами. Прямо что-то сразу метро этот Last Light вспоминается, там был звонок, в общем, это, в общем, мы шли там по какому-то месту жуткому, и там вдруг неожиданно звонил телефон, и из него послышался голос, в общем, матери этого Артема, главного героя. Довольно жутковато было. Здесь, надеюсь, такого не будет, нет? Хотя здесь и не хоррор все-таки. Прикольно так. Прокачиваться приехал. Прежде чем видеть, прокачивать нас. Да, водить умеешь. Так, звонок Ника. Вы можете вызвать Ника. Белика, что ли, с GTA 4, чтобы обменять красный сфер на навыки и предметы. Каждый найденный телефон от него это возможность позвонить Ника. Белику. Так, ну что ж, Ника, давай прокачивай меня.
персонализация. Devil May Cry. Дьявол может плакать. А, новые какие-то навыки появились, нет? Чем-то новенькое. Я, по-моему, все прокачал уже. Какой-то там... Ну, это пока еще недоступно. Думаю, вряд ли что-нибудь новое появилось. Я там уже все напрокачался. Все какие были навыки. Все, в общем, прокачал. Хотя акселератор... Так, а вот это... Да, улучшение хотя, да, думаю, надо... Вот тут же улучшение акселератора. Давай-ка. Акселератор 3, да. А третий уровень уже, ну, понятно. Максимальное действие так. А... Понятненько. Все прокачали, так, 100%. Да, а, вот как раз. Здесь 40 всего пока что. Так, здесь пока уже 100% уже все. А здесь 90. Но у нас, по-моему, эти руки пока вообще ни одной не поломали, так что... Может, как раз радоваться, на что вот, ни одной руки не поломали ее изобретение, так как... Да это... Че? Не подумал, что вообще, блин, в этой игре... Как в этом бы, как в этом-то... Монстр мета. Комментарий персонаж наш слушает. Так, ладно. Закончить персонализацию. Все, персонализацию мы прокачали так по максимуму уже. В самом начале. Столько времени потратили. Так, давай. Поехали дальше. Мочить это, демонов. Вперед, наверное. Пора. Наш, в общем-то, наш поэток там. Что нас зовет-то? Наш геройский этот. Долг зовет. Пошли. Фух. Call a doctor? Human! I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Leaving you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Раскаленный колосс Голиаф. Да. В общем, продолжается у нас Резиденты. Devil May Cry 5. Третья, вторая миссия. Что с тобой делать, очень интересно. Ох ты какой. Ох ты какой-то. Получай по роже. Ух ты, ух ты, ух ты! Куда ты провалился, идиот? Ты что делаешь? Ясненько.
Но ясно. Так, сейчас посмотрим помника приема. Блин. Блин, какой ты громила. Ты что делаешь-то? Ох ты, ни хрена себе, блин. Вот это, оху-ху-ху-ху. Ты что делаешь-то? Перерабатываешь камень. Ладно, ясно. Ни хрена себе. Ха. Босс, конечно, да, блин. Может. Блин, я зря, конечно, взорвал его. Так, и... Да, можешь, можешь. От врага отпрыгнул, отлично, поза прием. Ох ты, блин. Ни хрена себе. Так, а ну-ка отходи подальше от этого громила, когда он еще будет начинает. Дай. Ох ты, блин. Что такое там? А, мне это как раз в руки можно собрать. Я две уже использовал, две взорвал. Черт, мне здоровье же половину почти что отнял. О! Отличненько, зелененькая сфера, красочные кристаллы тебе пригодятся. Ох ты! О, хороший мегамена кулачок. Да блин, а. Что такой? Получай по роже. Получай. Ну и громила ты. Куда ты, блин, поскакал-то? А, вот за это сейчас при это. Если Пастин будет стрелять. Прям какой-то, не знаю. Демон из Дума, из Дума игры, прям похоже. Ой-ой-ой-ой. Давай-давай, успеем отбежать. О! Прикольно, конечно, у меня такое в животе. Да уж, изжога еще-то. Не везет тебе, демон. Надо тебе от изжоги избавить. Давай поможем тебе, бедному. Ой, снова начнёт что ли? Блин. Да, близко к нему подходить, конечно, такой ситуации не стоит. А, блин. Чёрт. Зараза. О, зеленик еще, спасибо, нашел. Мне огромное спасибо за помощь. Получаю.
получай. Фух. Out of his tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. So, think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Clyphod pollen by now. What? Glyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Clyphod roots. V? What the hell are you? I know I'm late, shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you gonna get that? Ding 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 right by your feet! Ooh-wee. I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission. Ну и, в общем, да, конец миссии. Так, я понимаю. Что у нас там за рейтингом? Аранг, ну тоже неплохо, более-менее. Босевочку в стиле, так, бонусные красные сферы, дополнительный бонус всего красных сфер. 13300 еще прибавили, спасибо. Ну что ж, в общем, результат второй миссии, в общем, вторую миссию мы прошли. Этим закончим. Не знаю, возможно, это одна серия будет точно. Может, я поделю на две серии, как получится, посмотрим. В общем, хотя, по-моему, ну если там еще много кое-что повырезать потом. Может даже, в общем, наверное, получится это. Ну, в общем, это у нас будет конец третьей серии. Увидимся в четвертой, где продолжим проходить данную игру. Будем проходить уже третью миссию. Если видео понравилось, то поставьте лайк. Также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику, без мата и оскорбления. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч. И всем пока. До скорых встреч.